Россия издревле славится великолепием богатства изделий художественных промыслов и ремесел. Вместе с фольклором они составляют народную культуру, которая, будучи важнейшей частью всей национальной культуры, с наибольшей силой выражает ее самобытность и неповторимость. Сегодня погрузиться в старину и посмотреть предметы декоративно-прикладного творчества можно на новой выставке, которая открылась в Краеведческом музее. В Рассказовском краеведческом музее открылась выставка предметов декоративно-прикладного творчества рассказовского мастера Натальи Протопоповой. Каждый из тех, кто посетил музей, получил возможность посмотреть многообразие изделий, сделанных из бересты своими руками, и задать вопросы его создателю. Среди посетителей выставки были иерей Владимир Шелдовицын, а также образцовый фольклорный коллектив «Пчелка», который, в свою очередь, подарил каждому из гостей всем любимые народные песни. В собрание рассказовской мастерицы входят берестяные изделия различного назначения, от детской люльки и посуды до кукол и различных игрушек. Наталья Юрьевна 15 лет занимается берестой. По ее словам, это непростое дело, но глубокое погружение в любимое дело рождает настоящие шедевры. Вообще, самая трудоемкая у меня была, это, конечно, книга берестяная, вот, которую губернатору подарили. Вот, это трудоемкая, я ее делала... Прям вот у меня выходилось, я прям по ночам ее делала, это где-то 32-33 ночи, прям 3-4 ночи, вот, больше месяца делала. Но до этого я еще год ходила, думала. Потом еще ее переделывала, спустя там полгода еще переделывала, и, ну, вот так как-то. А здесь самое трудоемкое. Наверное, люлька мне тяжело далась, потому что она первая, и там обшивка была вот с прутиками. Вот это вот, наверное, было тяжело для первого раза. Любовь к этому промыслу началась с того момента, когда она побывала в Тамбове на курсах у мастера. С той встречи у рассказовской мастерицы появилось большое желание создавать свои неповторимые работы и удивлять ими своих знакомых. Со временем количество работ увеличилось, и возникло желание поделиться своим творчеством с посетителями музеев. На сегодняшний день это ее уже третья персональная выставка. Кроме того, ее изделия были неоднократно представлены и на других презентациях, вместе с произведениями мастеров нашей области. Николай Теплов, Александр Прокудин. Новости ТВ «Рассказывай».